Губернатор Московской области подписал постановление, смягчающее требования к работодателям по тестированию сотрудников на коронавирусную инфекцию. До сих пор в Подмосковье предприятия и организации со штатом свыше 100 человек были обязаны каждые 15 дней проверять не менее 10% коллектива на наличие коронавируса. Новое постановление отменяет данное требование в случаях, когда не менее 60% сотрудников прошли вакцинацию.